Российская армия испытывает дефицит танков. Кремлю нечего противопоставить на поле боя. Приходится отправлять на войну в Украину старье. Именно на нем Медведев собирается снова взять не то что Киев, а дойти до Львова. А Путин тем временем успокаивает свое население, что у России за год будет втрое больше танков, чем у ВСУ. Поджигатели планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420 или 440 танков. Все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600. А общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ. Что не так с танками в российской армии? Почему Кремль расконсервирует машины 60-летней давности? Что с производством новых танков? Россия снимает с консервации советские танки Т-54 и Т-55, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. Об этом сообщает расследовательский проект CIT. Они зафиксировали движение железнодорожного состава с танками с Дальнего Востока на запад России. Видео с поездом, везущим танки Т-54 и Т-55, заметили и журналисты русской службы «Радио Свобода». Кадры, предположительно, сняты уже в европейской части России. Зачем российской армии понадобились раритетные бронемашины? Это дефицит. Это дефицит, который российское командование пытается судорожно восполнить, используя все возможности. И тут даже так важно не качество, как скорость восполнения потерь. Вот, поэтому снимается то, что меньше занимает времени для ремонта, постановки строя. Ну и чтобы было более понятно, эти танки, они не едут на запад, именно непосредственно на российско-украинский фронт. Они едут на ремонтные предприятия, где они будут обслуживаться и приводиться в технически исправное состояние. Вот. На сегодня выдергивается, насколько я понимаю, то, что может просто более быстро быть приведено в такое исправное состояние. Военные эксперты считают, что российской группировке в Украине не хватает тяжелой техники, в том числе танков. Те части, которые давно находятся на линии фронта, более-менее укомплектованы. Но после мобилизации более 300 тысяч человек новым подразделениям не хватает техники. А с одной стороны, мы можем с большой долей скепсиса воспринимать такой тип вооружения. Ну, очевидно, танк, произведенный в далеком 48-м или даже 58-м году минувшего столетия, это все-таки старая техника. Но очевидно, что все эти танки отправляются на ремонтно-восстановительные предприятия, будь то на территории Российской Федерации. Скорее всего, они могут сейчас появиться на территории Республики Беларусь, потому как именно там наиболее эффективно работает та самая система оборонно-промышленного комплекса. Россияне успели за минувшие 30 лет основательно разграбить собственный оборонно-промышленный комплекс. Но суть не в этом. Дело в том, что любой танк – это боевая единица, и достаточно серьезная боевая единица. С учетом того, что с большой долей вероятности эти танки Т-54, Т-55 будут использоваться путинскими войсками в качестве долговременных огневых точек, то они будут создавать немалую проблему на тех направлениях, где украинская армия будет переходить в контрнаступление. А что же с российским военпромом? Что он может дать фронту? Если верить Путину, там работа просто бурлит. И 1500 бронемашин построят без проблем. Военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. Это достаточно большое число, но чтобы было понятно, то есть это для такой армии, как российская, это небольшое количество танков. То есть они заявляют о том, что они будут напрягать все усилия для того, чтобы восстановить танковый парк свой. Притом нужно понимать, что эти планы, скорее всего, все-таки они предусмотрены для уже мирного времени, когда постоянной убыли боевых машин не будет, которые происходят сейчас. То есть они там отремонтировали 50-100 машин, привезли их в Украину,
пустили в бой, и за неделю фактически там все эти танки опять или уничтожены, или повреждены, и частично они уже не восстанавливаются, частично их нужно опять везти куда-то на ремонт, там, восстановление и так далее. Вот, то есть с танками у россиян проблемы. Эксперты считают, что на сегодняшний день российская промышленность может выпускать 20-25 танков в месяц. Это не просто железки, а более-менее современные танки. Но с учетом того, с какими темпами ВСУ уничтожают их на поле боя, дефицит танков чувствителен. Поэтому российская армия уже давно начала расконсервировать советские запасы. Сначала старые танки, которым было по 30-40 лет. Теперь дошла очередь до танков, которым больше 60 лет. Ну, понятно, что они уступают современным, даже советским машинам более поздних моделей выпуска. Ну вот. Большой вопрос, кстати, по поводу боеприпасов к этим машинам, потому что они, скорее всего, есть на складах, но боеприпасы к этим танкам хранятся, возможно, по 40-50 лет уже, но не менее 30 так точно, и их качество, и как бы возможность использовать, она также достаточно, ну, как минимум под вопросом. Вот. Ну, что нужно понимать, что все равно в короткое время поставить какое-то большое количество техники россияне не смогут. Не исключено, что в скором дойдет дело и до Т-34. Это танк времен Второй мировой войны. При необходимости танки для российской армии будут сниматься не только с консервации, но даже с постаментов. Об этом говорят гости кремлевских пропагандистов. Понадобиться будем. Мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел. Точно такой же задел Советского Союза наших отцов едет сейчас. И он прикалываться над этим нет смысла. Абрамсы, леопарды и челленджеры теперь должны быть сильно напуганы. Высмеял российских пропагандистов министр обороны Украины Алексей Резников. Возникает вопрос, есть ли в России столько памятников с танками? Ведь танковая дивизия обычно насчитывает до 120 машин. Еще 3-4, может быть, даже 5 месяцев назад россияне снимали с долговременного хранения танки Т-62. И точно так же устраивали из них долговременные огневые точки на юге Запорожской области. Думаю, что и сейчас путинские генералы приняли достаточно рациональное решение для того, чтобы использовать эту абсолютно старую бронетехнику, танки, именно в таком статусе. Потому как очевидно, что в танковых дуэлях, во время танковых битв, эти модели российских, вернее, советских танков, они совершенно не конкурентоспособны, и шансов противостояния с более современными моделями они не имеют. В войне против Украины армия РФ несет колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 170 тысяч своих солдат и тысячи единиц военной техники. Танков уничтожено более 3500. Вторая армия мира разбита и ослаблена. А теперь дополнительные страхи вселяют усиление западной поддержки Украины. Это даже понимает кремлевский диктатор. Конечно, есть, когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружение, это всегда угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы видим, слышим, знаем о этих планах поставок, как вы сказали, про миллион снарядов, про поставку танков. Смотрите, во-первых, миллион – это много или мало? Это очень приличное количество. Это много. Анонсированное Путиным масштабное производство танков рассчитано для внутреннего пользования, говорят эксперты. Ведь российский военпром не справляется с поставленными задачами. Сменщик Путина на президентском посту Медведев пригрозил руководителям оборонных предприятий телеграммой Сталина от 17 сентября 1941 года. Прошу вас честно и в срок
выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, запятая, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Эксперты говорят, что на хранении в России может находиться в пределах 15-20 тысяч разных танков. Из этого количества могут собрать в лучшем случае 3 тысячи танков. Соотношение 1 к 5. Цифры, которыми я владею, они порядка 17 тысяч, но именно 17 тысяч танковых корпусов. О чем это говорит? Единица танка может числиться на базе долговременного хранения, но она никогда ни при каких условиях не сможет ни двинуться с места, ни произвести выстрел, потому как не соответствующие условия его хранения, а также банальный грабеж приводит к абсолютно небоеготовое, нерабочее состояние ту самую бронетехнику. И каннибализм, то, о чем вы говорите, когда из нескольких единиц танков, находящихся на хранении, начинают собирать хотя бы одну, это история привычна. Я не напрасно подчеркиваю тот факт, что россияне, снимая свою бронетехнику с долговременного хранения, сразу отправляют ее на предприятие для ее ремонта и восстановления. Потому как техники боеготовые, которые способны с площадок для хранения сразу двинуться в бой, у России нет. Эксперты обращают внимание на еще один факт. То, что россияне начали снимать с консервации совсем уж древние Т-54 и Т-55, говорит о том, что реально пригодных к восстановлению танков более новых моделей не так уж и много. Физически железяка стоит, но она не всегда может завестись и поехать, не говоря уже о возможности выстрелить. Физически для того, чтобы из танка, который находился на хранении, что нужно понимать еще, что есть, конечно, определенные регламенты по хранению, да, которые предусматривают там каждые полгода замена жидкости там, или какие-то там проведение консервационных каких-то мероприятий, там регулярные осмотры, замена там, и так далее. Вот. Но, как правило, такое, ну, не придерживаются этих всех технологических нормативов. Ну, вот, поэтому танк просто стоит, а часто иногда бывает, что там они могут даже их могут ставить один на другой. Ну, вот, ну, это там на заводах, как правило, там ремонтных так могут делать. Ну, вот. Единственное, что да, танковая башня, там, грубо говоря, и танковый корпус это практически вечная деталь, да, то есть это просто большой кусок толстого металла, который всегда можно отпескоструить, покрасить, поставить полностью новые все узлы и агрегаты, и ты получишь фактически новую машину. Но это нужно иметь еще эти узлы и агрегаты, нужно иметь, кто это будет делать, и это все занимает время. Сейчас из советских запасов в среднем восстанавливают 60 машин ежемесячно. Эту цифру можно увеличить, но максимум до 90 машин. Главная проблема – производство сложной военной электроники, которую из-за санкций Москве купить стало сложнее. Это различные системы наведения, тепловизоры, связь. Импортозаместить эти позиции Россия сейчас не может. Суммарная цифра в годовых эквивалентах порядка 1500 танков, я думаю, это непосильная ноша для российской военной экономики. Вот что россияне научились делать, и сейчас этот процесс достаточно серьезно интенсифицировали, это производство боеприпасов. Да, у них есть очень серьезная проблема в части производства высокоточных боеприпасов, типа снарядов 152-го калибра «Краснополь». Но чугунные болванки, способные лететь в заданном направлении с не очень высокой точностью, это российская оборонная промышленность способна изготавливать. Да, не в тех количествах, которые ежедневно необходимы для путинских артиллеристов. Потому как, ну, открытая информация, сейчас россияне ежесуточно используют порядка 12-15 тысяч снарядов в сутки, что, соответственно, втрое превышает артиллерийский потенциал украинских сил обороны. Кремлю нужен результат уже сейчас.
Медведев до сих пор утверждает, что для достижения целей так называемой военной спецоперации российская армия может осуществить поход не только на Киев, но и на Львов. В стиле чекистских традиций он угрожает директорам военных предприятий, намекает, что за невыполнение гособоронзаказа их могут сослать в Сибирь. Мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Вот, коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали, ну и запомнили слова генералиссимуса. Это, честно говоря, от безысходности, потому что ВПК России сегодня не может возобновить те потери, которые армия Российской Федерации понесла с момента, даже в первые месяцы, широкомасштабной фазы уже 9-летней войны, которую они ведут против Украины. Это первый момент. Второй эпизод. Именно состояние войны позволяет сегодня вот этим персонажам удерживаться во власти. Но выполнить задачу Медведева просто нереально. Даже если к двум десяткам танков, которые Уралвагонзавод может делать ежемесячно, добавить машины, которые снимают с консервации, перекрыть потери на фронте российским военным не удастся. С учетом того, как ВСУ уничтожают российскую технику, скоро действительно придется снимать танки с постаментов. А чего в этом плохого? Деды воевали, и мы повоюем. Неважно, что на дворе 21 век. Россия осталась во многих аспектах в 20-м, а то и 19-м столетии. Тем более с учетом поставок Украине современных западных танков и снарядов, российские раритеты будут хорошими целями для пристрелки.